потепление отношений России с Западом уже находит отражение в экономике. В интервью агентству Bloomberg представители S&P заявили, что рейтинг России может вернуться в инвестиционную категорию. Отмена санкций и потепление отношений с Западом. Это, конечно, очень хорошая новость. Инвестиционный рейтинг – это укрепление рубля, это рост капитализации российских компаний и банков. Реальный сектор, конечно, в меньшей степени будет затронут. Здесь важны цены на нефть. Если Россия вернется на международные рынки капитала, уйдет проблема бюджетного дефицита. Российские компании и банки смогут не только рефинансировать долги, но и привлекать капитал. Политика правит миром. Видимо, кризис в отношениях с Западом действительно заканчивается. Соответственно, в следующем году российская экономика не только вернется к росту, но и восстановит ликвидность своих финансовых рынков. Рано или поздно заканчиваются любые конфликты. В принципе, это было ожидаемо. Год назад, когда Россия отпустила рубль, когда состоялся известный всем валютный кризис, я сказал, что кризис закончится, рубль стабилизируется, макроэкономические индикаторы выйдут в плюс, и все постепенно забудется. Только Крым останется с Россией, а юго-восток Украины сможет выторговать себе достаточно привлекательные условия. Экономика стабилизируется, при этом Россия, как мы видим, сохранила свою принципиальную позицию по Крыму и Украине. Это однозначно победа как президента Путина, так и экономического блока правительства и руководства Банка России.